Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дэчима. И сегодня мы будем искать Дэчима на какой-то электростанции чужого человека, которого зовут Суслик-1, его регион, и тут еще кто-то живет. Дэч, что? Где? Вот выход. А, вон он ты, привет! Привет! Ты чего сегодня так оделся? Я солнышко. Какое солнышко, ты робот. А, ты, я понял, на техническом сервере, на хайтече, на проекте Borealis. Кстати, у меня буква, да. Видишь в инвентаре, смотри, держи. У меня есть немного букв, буква я их Б, недавно... Буква О! Я их теперь недавно выбил. Во. Шучу, не выбил, просто достал смотри, из ГМки. Смотри. Во! Во? Где Во? Во. Ну смотри. Ну, во. Во. А давай еще какие-нибудь слова соберем. Кстати, вы можете написать в комментариях, какие слова можно собрать из букв, которые у нас есть сейчас. Главное, чтобы буквы не повторялись. Хотя можно и повторялись, но тогда можно кучу вообще. Можно, да. Давай, смотри, я могу лис собрать. Лис. Лис. А. Лиса. Лис. О, смотри, есть идея. Л. И. С. А. Буква Н. Почему ты пишешь задом наперед? Асил у тебя получается. Асил. В смысле, лиса? Как это значит лисанда? А у меня с моей стороны асил. О, классно. У меня, короче, этот в Телеграм кто-то написал, еще телефон на заднем фоне. Короче, если вы хотите меня достать, пишите мне в Телеграм. Да, ребята, кстати, это очень действенный метод. Да, если вы пишете в Телеграм, я сразу вижу это сообщение. И он даже на телефоне пиликает. В 3 часа ночи пишите мне, и вообще будет классно. Ладно, мы для другого зашли на сервер. Мы на сервере borealis.su, сервер Hypage, и у нас обновились квесты. Наконец-то наши хелперы, модераторы, красавчики, любимые, научились писать квесты. Это делаем теперь не только я, и Дэйчи, мои коты, и Найк, и еще кто-нибудь, а теперь каждый может писать. Может, разрешим вообще игрокам писать квесты? Знаешь, заходишь на сервер, а там квест «Сдай один камень, получи 500 ультиматок». Ну, это сложно. Ладно, покажу, что у нас написал Макс. Смотри, дерево. Да, нужно смотрю. Сдать дерево. 8 дерева. И получишь квест. А это самый первый квест я открыл. Тут несколько веток, 5 целых веток. Есть автоматизация, индустриализация. Индустриализация. Драконы этого мира. Да, и драконы этого мира, автоматизация. Я уже все прочитал, начало всех начал. Ну и раз начало начал, то надо сначала делать инваровый слиток. После вот пробуждения просто... эти блоки очень горячие, но жадность все-таки сильнее. Ты про что? Там в квестах описание есть даже. Ого, по драконику очень много. Кстати, смотри, тут классные еще вещи есть, новые какие-то. А, это просто картинка. Я думал, там вещь он даст такой. Короче, нужно мечи сдать, и получишь ты всякие штуки. Короче, приходите к нам на сервер, проходите квесты. Если найдете ошибки в квестах, то вы знаете, кому надо писать. Да-да, в книге написано, кому надо писать. И я буду ругать буду Макса, который допустил ошибки. Если вы знаете еще какие-нибудь классные квесты, которые можно добавить, вы можете написать. Максу пишите. Вообще, пишите Максу, пусть он все делает. Что я? Я вообще не понимаю. Знаешь, тонко скинул все себе. Блин, классно. Вообще, у него, смотри, плантация. Что он тут выращивает? Он выращивает картофель. Картофель. Картошка, это кто такой? Промышленно... Дэч, ты видел, что он выращивает? Конопля. Но я думаю, он выращивает это для того, чтобы получать биотопливо. А если бы он выращивал это без лицензии, его бы посадили, значит, у него есть лицензия. Понятно. Ну тут картошка и конопля, короче. Нормально. Парень чисто ест картоху и шьет себе. Я ставлю на то, что он белорус. Семена края выращивает. Ладно. Уезжаем куда-нибудь, ГМ1 я нажал. Дэч, давай что-нибудь спрячем, может быть, где-нибудь. Буквочки. Предлагаю спрятать буквы слова во. Во? Ну, давай. Давай, я на тебя, ты понимаешь, но если ты улетай куда-нибудь. О, классно. Давай, я улетел куда-то. Ты на меня прилетел сразу. ТП Дэчима. Оп. Какой-то портал. А что это? Печка. А это не заприватчено? Ну, это не я вижу как. Вон, ближайший приват, вон там аж, далеко-далеко. А, это кто-то мишень поставил и тренировался стрелять из лука. Серьезно? Да, тут еще стрела торчит, вон, смотри. То есть вот так вот подходишь и тир. Ну вот, видишь, тут еще стрела торчит. Давай, короче, вот туда тогда вот закопаем. Есть сундук? Сейчас я в ГМ-ке достану. О, боже, админ и сундук не взял. О, вор.
Или бор. Бор. А. А. Ле. Алло. Алло, вор. Алло, вор. Давай еще один сундучок. Давай еще один. Там смотри, 6 букв спрятали. Кстати, если вы не знаете, эти буквы можно выбивать с разных монстров и собирать слово. Наведи на букву и нажми shift. Так я уже показал, смотри, тут слизи, нефрит, скелет, паук. Я записывал про это видео, но как обычно на ютубе, знаешь, ты не все видео смотришь, ты смотришь только часть видео, или о каком-то видео тебе не рассказал ютуб, потому что ты колокольчик не нажал. ТП Дечимор. Это в деревне зашел. Она тоже не запривачена? Нет. Слушай, гигантская секвоя. Я придумал, а давай мы с тобой позаписываем тут летсплей. Ну, как обычно, там 2-3 серии, мы же не умеем с тобой всю книгу квестов проходить. Это зависит от лайка. Вот будут лайки, тогда я соглашусь. Давай, давай я придумаю какое-нибудь маленькое количество лайков, например... Миллион. 150 лайков. Немного, да, чтобы все собрали, и мы точно записали... видео, да? 150 а потом лайков каждое следующее видео плюс 50 лайков. То есть ты думаешь, что мы сможем так быстро аудиторию набрать, и всем будет нравиться хай-тейч, ну, наше вот, прохождение? Если люди хотят, первые, давай даже первая граница пусть будет 100, например. 100 лайков, да. Короче, 100 да. лайков собираем, мы записываем видео. В следующем видео мы придумываем новое количество лайков, посмотрим, ну, на ваш... Плюс 50 или плюс 25. Вот, ух, вот так. Плюс... Это как ММР в доте, да, знаешь? По плюс 25, ну, да, минус 25. Вот. Ну, давай прятать что-нибудь. Вот, тут сундук ставлю и пишу там слово какое-нибудь. Давай, придумай слово из букв. Орел. Лор. Олор. Олор. О, ты знаешь, что ты можешь сделать слово Л? О. Л. Лор-лол. Это профессия такая, знаешь, приходишь к лору такой, здравствуйте, мне нужно проверить зрение, лол, блин, не могу выговорить. Это как скороговорка. Да, можете попробовать, если у вас получилось выговорить, не знаю, напишите нам об этом, вы, значит, лучшие лингвисты, чем мы с Дэйчем. Боже, лор... Нет, мне язык ломается сразу. Лор. Слишком, да? Медленно. Давай еще где-нибудь зароем сундук какой-нибудь. Я нашел летающее дерево, я его снесу. Чего оно тут над магистралью расположилось дерево? Ух, ух, уходи, дерево. Все, дерево ушло. Иду к тебе, дорогой, давай. Дечима. Оп, пещера. Кстати, знаешь проблему? Знаешь, какую проблему? Мы не показывали координаты этих мест. В смысле, у тебя карта сбоку включена, нет? Нету, вот теперь она включена, а до этого она не была включена. Ребята, держите себя. Вы, короче, я не знаю, как-нибудь, если вы сможете... Я могу продиктовать, если надо, примерные координаты. О, смотри, там в чат матерятся. Какой мамкин матершинник. Так, давай, я, короче, спрячу сундук пока, а ты напиши координаты предыдущих мест, где мы были. А я не смогу тебе точные координаты дать, я могу только сказать, что это 1400. Ну, ты напиши в чат, я же увижу, я рядом с тобой стою, я пока буду писать новое слово. Або. 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 Си. Чего? Нотр Ист, да, классно. Давай мы вот как для бабушки с остановки. Координаты, чтобы бабушка смогла найти. Не смогу я тебе так координаты дать точно. Е-б-ле... Я знал. О. Ебло... Нет, это плохое слово получается, надо поменять. Не, вообще я хотел продолжить слово, но оно тоже было плохое. Олеб, все, пусть будет Олеб. Вот так. Олел. Олел, все. Да ты опять, ты очень много вставляешь букв Л. С кого буква Л падает вообще? Ифрит. Хотя нет, оставляй, она редкая буква. Олел. Не-не-не, тебе все, ты про то слово забудь, которое я говорил. Все, Дэйч, давай на этом будем заканчивать видео. Если вам понравились наши слова, вы можете написать новые слова в комментариях. Мы с Дэйчем на другом каком-нибудь нашем сервере, например, на Магике. А может и на этом? Да нет, скорее всего... 100 лайков?
100 лайков, и мы записываем первое видео, как мы проходим с Дэчима вот эту книжку квестов. Вот эту книгу квестов, и Барт будет мучиться опять, как помните, на стриме. 5 часов я крафтил там какие-то... Пикачу, я выбираю тебя. Чё? Что ты делаешь? Это яйцо, это не пиксельмон, это не покебол, Дэч. Ну всё. Ух! Всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео Дечима. Приходите к нам на проект. Ссылочка в описании. У нас есть Discord, Instagram, Telegram. Все. Всем пока-пока.